Всем привет, дорогие друзья! С вами ты еще самый неудачный ютубер, клилкер, скретчер, одновременно еще и самый неудачный геймер и самый неудачный гидешник, потому что я вообще не гидешник, ну да ладно. Просто я даже стерео моднес не могу пройти. И, конечно же, во всем виноваты лаги. Но. О, блин, только что вообще он не захотел прыгнуть. Это, ребята, виноват даже не жираф, который создал эту Geometry Slash, как я ее называю. Короче говоря, это виноват сам Scratch. Итак, да начнется же жара. Ребята, это не какие-то там демоны. Экстрим, какие-то там демоны. Это не кошмар демоны. Это, ребята, Stereo Madness. Гораздо сложнее, гораздо более бомбежная. И гораздо более обосраться можно. И вот, смотрите, я с помощью бага прошел баганное место. Вот этот. Оу, я смог пройти это место. Круто. Там реально. Что-то с музыкой, ребята. Стоп, чего я его реально сейчас пройду? Я пройду Stereo Madness. Да ладно, ребята, я прошел Stereo Madness. Вот это новость, ребята. Как это возможно? Да ладно, и теперь я на первом месте. Ну-ка, сейчас нажмем на флажок. И буду ли я на первом месте, ребята? Да, я на первом месте. Напишу в комментах. Вот сейчас напишу в комментах. И теперь можно back on track, что ли? Ребята, я первый, кто прошел Stereo Madness без Z плюс M. Если вы не знаете, что делать Z плюс M в этой игре, то ребята, просто нажмите, ну вот, смотрите. Это просто включается режим бога, режим редактирования. И можно, ребята, редактировать уровень. Вы не представляете, сколько десятков, если не сотен тысяч попыток я потратил на Stereo Madness. Не знаю, ребята, я знаю, что я лох. Только лох так долго проходит Stereo Madness. О, музычка-то классная. Первая монета вообще в какой-то нереальной жопе. О, да ладно. Это чё только что было? Это же был GD World, который я уже неделю как удалил и установил Geometry Dash Lite. И там вообще как бы не могу пройти. Боже мой. Да начнется жара. Тут вообще музыка начала качать. Так. Оп-оп.
И вообще, кстати, в эту игру тоже играйте напрямую через скретч. Давайте соберем монеточку. Первую монету я не знаю, как подобрать, она вообще в какой-то жопе полной находится. Боже мой. Да ладно. Так, ребята, what the fuck? Когда я нажимаю F9, чтобы поставить на паузу запись, он прыгает. Эй, ребята. Чё за хрень? Ребята, блин, когда я нажимаю F9, он прыгает. О, дебилизм, боже мой. Меня сейчас начнет... Меня уже бомбит. И бомбит из-за лага, блядь. Вот это вот лаги, извините, уже не скретча. И нахрен вообще... Да, бля! Вот это вот лаги уже не скретча, а жираф, блядь. Чертов жираф. Ладно, за бумажный Майнкрафт, конечно, тебе респект. Но вот за эту хрень, блядь, которую можно было сделать нелаганой, блядь. И вообще, стереомоднес отличается. Там вообще... Да, бля! Вот, жираф, блядь, чертов. Можно было разместить его по-нормальному. И можно было сделать, чтобы когда касается портала... Он превращается в другой, а не когда просто он может вообще превратиться просто на старте в какой-нибудь корабль. Можно уж было по-нормальному-то сделать. Но не, жираф, блядь, черт побери. Если берешь и делать геометрию дэш, конечно, респект тебе за то, что... Как бы делал возможность редактировать уровни. Но все-таки, блядь, порталы хотя бы оптимизировал бы. Тебе бы самому было бы лечь. Да и, блядь, жираф, тебе что, лень, блядь, что ли, это все делать? Тут же легко это все делать. У тебя же, ты ж редактор создал, боже мой. Я смог бы за это время, за день наклепать уровней 5. Блять, черт побери тебя, жираф. Черт побери. По крайней мере, у него еще ник странный. Я могу это перевести только как жираф. Блять. Я просто не могу. Да чё ты не прыгнул? Я пытался прыгать на F9. Какого хрена F9? Извините, заставляет его прыгать. Зачем ты такое делал? И вообще, эта игра создана с помощью багов скретча. Каким бумажный Майнкрафт, какие скретчария. Какие... Да какие все его игры, блядь. Чёртов жираф. Не, ну реально, блядь. Ну вот там вот, каким образом я попадаюсь? Я в блоке сверху от него. Каким образом я попадаюсь на ту хрень? На этот орб чертов. Точнее, не орб, а джампинг платформ. Не, вы видите, блин, каким образом я тогда попался? Блядь. Всё.
Какого хрена? Ничего.